Конкурс «Дети читают стихи». Уже есть Тимофей, 9 лет, город Москва. Афанасий Фет. Мама, глянь-ка из окошка. Мама, глянь-ка из окошка. Значит, вчера недаром кошка умывала нос. Грязи нет, весь двор одела, посветлела, побелела. Видно, есть мороз. Не колючий светло-синий, по ветвям развешен иней. Погляди хоть ты, словно кто-то тароватый, свежий, белый, пухлый ватой, все убрал кусты. Уж теперь не будет спор, до салазки да и в гору, весело бежать. Правда, мама, не откажешь, а сама, наверное, скажешь. Ну, скорей гулять!